Всем привет, мои любимые зрители! С вами Аня, и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня для вас мега крутые и классные спойлеры. А именно, в Avatar World скоро будет Хэллоуин, и добавят крутое обновление. Это будет абсолютно бесплатное обновление, как всегда, но также добавят и платное в магазинчике. Ребят, посмотрите на этот классный спойлер! Честно сказать, точно неизвестно, может быть, украсят все локации, но что-то вроде такого небольшого видео мы можем уже наблюдать. Также добавят платный пак, как всегда, либо одежда, какие-нибудь вещи, декорации, позочки. Поставьте лайк, кто ждет обновления, и не забудьте подписаться на канал, чтобы успеть все посмотреть. Заваривайте что-нибудь вкусненькое покушать, несите чаек, кофеек и усаживайтесь поудобнее. Я всем желаю приятного аппетита и просмотра. Первым делом, что мы сделаем, это отправимся на сборы вещей. Листаем карту в самый-самый конец. Тут есть театр, давайте сюда загрузимся. И, ребят, обратите внимание на все эти костюмчики. Давайте их все соберем и поместим в коробочку. Эти костюмчики будут первыми, которые мы добавим в магазинчик. Здесь есть такие классные страшные маски, шапочки всякие, вообще очень много разных шапочек. Такая красная, прикольная, фиолетовая. Но больше всего мне нравятся, конечно же, вот эти страшные капюшончики. Я думаю, они отлично впишутся в магазинчик. Только их почему-то в коробку нельзя закинуть. Ну вот досадно. Придется, короче, передавать все в руку. Давайте добавим доктора. Доктор у нас сегодня клоун. Посмотрите на это чудо. Доктор, давай, ты будешь нести маски. Вот в одну руку. И во вторую. Отлично, его можно убрать. Давайте теперь Уэнсдей доставим. Что же у нас понесет Уэнсдей? Да вроде бы шапочки все помещаются. Я также возьму обувь. Можно взять еще косметический наборчик. Кстати, посмотрите, в другой коробочке платье. Давайте их примерим. Вот такое вот фиолетовое, коралловое платье. Есть комбинезончик. Друзья, что бы вы на Хэллоуин выбрали? Кстати, под эту пижамку есть тот капюшончик. Это похоже на кигуруми. Ладно, вернем Уэнсдей это платье. И будем передавать ей все в коробочку. А, нет, Уэнсдей, подожди, ты еще не все примерила. Покажи нам все наряды. Еще есть такой вот зелененький динозаврик. Мне кажется, Уэнсдей подходит. Ладно, я шучу, Уэнсдей, тебе вообще не знаю, что из этого выбрать. По-моему, ей здесь ничего не подошло, но мы можем, кстати, еще взять вот такую вот клоунскую шапочку. Она тоже даже подойдет в наш магазинчик. С полочки забираем еще одну коробочку. В этой коробочке находятся всякие предметы, по типу волшебной палочки, алмазиков и колечка. Кольцо надеть на палец это не получится, а вот которое в паке легко надевается. Давайте соберем эти коробочки и посмотрим другие. Вот, осталось еще три коробочки. Возьмем самую верхнюю. Тут находятся награды. В принципе, эти награды нам не обязательно забирать. Я возьму только пустую коробочку. Достану себя. У меня тут уже есть одна пустая коробочка. Вот будет вторая. Уэнсдей, ты понесешь вот эти коробочки. О, давайте еще стульчик возьмем с собой. Почему бы и нет, друзья? Все, Уэнсдей у нас взяла. Коул, ты возьмешь эти коробочки. Так, шапочку держи. И ангел у нас тоже возьмет коробочки. Вот как раз-то две коробочки есть. Посмотрите, в одной есть мечи разноцветные. Также можно найти щиты. И вот эту вот обувь под платье. Я думаю, подо все цвета подойдет. И под все пижамки. Давайте все это дело аккуратненько сложим и передадим персонажам. Но кто-то должен понести еще шапочку клоунскую. Это будут наши мальчики. Они как раз у нас подросли и могут уже помогать носить коробочки. Посмотрите, возле сцены еще есть одна коробочка. Тут классные прикольные таблички. Мы можем их вполне оставить. Давайте передадим это. Поменяем сцену и возьмем еще один меч. Лопату я забирать не буду. Давайте посмотрим, что есть на музыкальной сцене. Тут только микрофон и гитара. В принципе, мне это не нужно. Давайте, друзья, выходить из этой локации и двигаться дальше. Следующее место, куда мы отправимся, это балетная школа. Давайте в нее загрузимся.
Здесь детки у нас уже танцуют, преподавательница им показывает танцевальные движения. А мы тем временем покопаемся в их шкафчиках. Почему бы на Хэллоуин не быть балериной? Мне кажется, тоже прикольный образ. Выходим из этой школы и перемещаемся в следующее место. Это будет больница. И здесь мы сможем примерить образ доктора. В шкафчике добываем такую вот форму и аптечку. Все вещи складываем в коробочку. И двигаемся вправо, друзья. В аптеке за кассиром мы можем найти такой шкафчик. Посмотрите на него. Из аптечки мы достаем ключик и открываем вот этот вот шкафчик. Тут полно классных предметов. Посмотрите на эти клоунские вещи. Маски, обувь. Также есть костюмчик. Ой, мы можем еще и вот этого доктора забрать. Но у нас уже есть один наборчик. Давайте его и оставим. Все это дело закидываем в коробочку. Правда, все у меня не помещается. А, нет, подождите. Все влезает. Возьму маски, костюмчики и обувь. Ну что, друзья, мы уже собрали персонажа. Давайте выходить из этой локации. Следующее место, которое мы посетим, это торговый центр. И надо спуститься на второй этаж. Начнем как раз таки с этой зоны. Тут, где продается техника. Достаем персонажа. И в самом конце на витрине есть костюмчик такой прикольный. Давайте его достанем. Только маска почему-то не снимается. А, все, отлично. Закидываем в коробочку. И двигаемся дальше. Я также предлагаю взять вот этот вот шлем. В магазине с игрушками мы возьмем пистолеты. Они тоже подойдут. И также добавим жилетку, друзья. В самом конце есть одежда. Мы ее сложим и передадим в коробочку. А еще я хочу надуть несколько шариков. Давайте вот сделаем голубенький шарик. Еще один будет розовенький. Зелененький. И какой-нибудь последний. Вот, розовенький еще один шарик. И эти шарики мы тоже давайте передадим персонажам. Только уже рук не хватает. Брат-звезда, помогай. Будешь там шарики нести. Вот, два тебе шарика. Девочки из сериала нам тоже помогут нести шарики. С полочки еще заберу одну диадемку и буду выходить из магазинчика. Последняя локация, куда я отправлюсь, это школа. Опачки, у меня здесь коробочки распакованы. Посмотрите, друзья, а мы можем даже что-то отсюда взять. Например, вот эту шляпку. И одежда нарядная. Я добавлю все это в коробочку. И вообще, здесь очень много классной одежды из пака. Вы можете обзорчик посмотреть в моем прошлом видео. Я ссылочку оставлю в описании. Давайте выйдем из школы. И двигаемся влево, друзья. Здесь на стадионе есть одежда. Почему бы не нарядиться каким-нибудь учеником? Я думаю, это тоже будет очень прикольно. Может быть, здесь зомби-апокалипсис, друзья. Я также заберу помпончики. И будем выходить из школы. Теперь отправляемся в магазинчик. Все это дело я буду размещать в самом простом магазинчике. Надо его только найти сначала. Вот он находится почти в центре города. Что за безобразие, что за безобразие здесь, ребят? Посмотрите, как много одежды ненужной. У нас Хэллоуин скоро. Все, коллекция меняется. Я предлагаю всю эту одежду сложить в один большой пакет и убрать все эти вещи. Они нам не нужны. Да еще и люди мешаются. Стоят здесь. Так, посетители, мы пока что временно закрыты. Идите, шагайте на улицу. Барби, ты тоже иди. Ты вообще не в тему сегодня. Женщины, выходим. Выходим дружненько. Продолжаем складывать одежду. Потому что нам нужны свободные вешалки. Очки мы тоже, кстати, смогли сложить. Удивительно, я думала, не поместится. Эти сумки, шапочки. Все это дело нам не пригодится. Так, а кепки мы сможем сюда закинуть? Да, даже кепки сюда мы можем положить. Посмотрите, какой огромный вместительный пакет. Это идеальный пакет, друзья.
Я жду того времени, когда разработчики добавят функцию, чтобы мы могли убирать этих персонажей, то что они возле входа столпились. Мы пока что закрыты, я же сказала, мы закрыты. Давайте теперь достанем все вещи, которые мы собрали. И положим коробочки. Себя я тоже уберу, чтобы не мешалось. Маски разложим. Доктор, ты тоже свободен. Уэнсдей. Уэнсдей, кстати, стульчик нам принесла. Можно оставить возле примерочной. Достаем детей. Они нам тоже принесли коробочки. Вот это я буду использовать для какого-нибудь хэллоуинского макияжа. Можно разместить возле зеркала. Убираем детей и достаем следующих. Шариками я хочу украсить этот магазинчик. Мне кажется, получается очень красиво. Вы можете дополнить еще больше шариков. Но, по-моему, 4 вполне достаточно. Давайте теперь размещать предметы. Например, на этот маленький столик можно поместить какие-нибудь маленькие предметы. Маска вот зелененькая. Обувь находится вот в этой коробочке. Давайте ее все выложим. О, зелененькие динозаврики. К сожалению, здесь нет никакого манекена, но мы можем все развесить вот так вот, отдельно. Повесим костюмчики, платья, комбинезоны. Ребят, мне так нравится, как наш магазинчик сейчас преображается. Казалось бы, добавили всего ничего. Нижние полочки у меня подойдут под обувь, а вот эти вот пакеты перенесем к кассе. Здесь, кстати, у нас предметы по скидке. Допустим, будут такие шапочки. Клоунский велосипед я размещу возле примерочной. У меня еще много щитов и мечей. Я думаю, их отлично поместить на этот большой вот столик. Тут как раз много места. У меня не получается шлем куда-нибудь положить. Ну что за безобразие? А почему он никуда не влезает? Вот сюда он влезает. Давайте тогда сюда его положим. Пустые коробочки можно пока что убрать, чтобы они нам не мешались. Вот положим друг на друга и куда-нибудь отставим. Тем, кто ждет, посетители уже там стоят с коробками. Ждут не дождутся, когда же можно все набирать. Но подождите, посетители, мы еще в процессе. У нас тут конь не валялся. И просто не хватает какого-нибудь столика. Ребят, я даже не знаю, у меня еще очень много вещей. Например, помпончики мы можем на верхушечку сюда положить. И здесь еще место для пистолета. И какой-то небольшой такой столик есть. Правда, сюда что-то ничего не помещается. Давайте пока что всю одежду вытащим и пустые коробочки уберем. Нам надо видеть фронт работы, фронт всех вещей. Одежды, кстати, осталось совсем немного. Вот прям пару столиков и не хватает. Да уж, немного. Что-то я не подумала, ребят. Одежды на самом деле еще много. Тут же еще балетные платья. И вот эту вот всю кучу надо куда-нибудь положить. Я предлагаю распаковать свадебный наборчик. Давайте его откроем на улице. И тут в дополнение у меня были столики. А я не подумала, почему мы не взяли вот эти вешалки. Давайте уберем вот эти вот штаны ненужные. И пиджаки. Платье невесты я, пожалуй, оставлю. Потому что эти платья вполне себе пригодятся для какого-нибудь образа. Например, для образа страшной невесты. Вешалки мы передадим персонажу. Женщина, неси две вешалки, ну что ты? Ой, все, одну взяла и перетрудилась. Ладно. Передадим другие вешалки тогда другим персонажам. А этот вообще не хочет брать вешалку. Нормально. Уэнсдей, теперь ты бери. Понесешь платье. Уэнсдей, я же сказала, понесешь платье. Кол, ты тоже давай помогай. Кол возьмет еще одну вешалку, я надеюсь. Да, взял вешалку. Очень классный и удобный пак, но отсюда мы возьмем только столики. По вашему желанию можете взять еще стульчики какие-нибудь. И дети будут помогать нести все эти вещи. Давайте, детки, давайте, старайтесь. Только вот этот столик у меня не получается туда запихнуть, и он даже никак не складывается. Дети записались в доставку мебели. Называется «Припахали».
У нас тут набежали новые посетители. Вы что здесь делаете? Эй, давайте уходите. Ребят, ну что за безобразие? Вы вообще видели? Мы только отошли буквально на 2 минутки, и уже забежали другие посетители. Так дела не пойдут. Вы нам пока что мешаетесь. У нас тут полно теперь новых вешалок, и мы можем повесить одежду. Я хочу повесить вот эти платья. Также мы можем повесить вот такую спортивную одежду. Но у нас вроде бы есть вешалка еще одна. И почему бы не повесить эти костюмчики тоже? Вот такие вот клоунские наряды, всякие жилетки. Одежду доктора можно и на столик положить. Мне нравится, как получается. Мы также можем раскрыть столики и продолжить расставлять предметы. Вот, дело пошло, ребят, посмотрите. Место увеличилось. Но обувь, правда, мы можем еще вот сюда на полочку поставить. Что-нибудь по скидке, например, балетки. А вот эти клоунские очки уже на столик положить. Да, вся обувь у меня разместилась. И здесь еще полочка. Я вышла пока что из магазина. Хочу сбегать в кафе мороженое. Потому что мне вспомнился здесь один прикольный костюмчик. Костюмчик мороженщика. Посмотрите на эту прелесть, друзья. Я думаю его тоже забрать. Давайте передадим персонажу. Придется оставить эту шапочку, потому что она у меня не передается в другую руку. Такие вот жертвы ради нашего магазинчика, друзья. Ну хотя бы новые посетители не набежали. А нет, друзья, посмотрите, все-таки одна девочка пробралась. Я вот у тебя шапочку эту заберу. Она такая прикольная. Мы можем тоже ее здесь продавать. У нас как раз Хэллоуин. Давай, давай, снимай ее. Я нашла наконец-то, какой предмет сюда можно положить. Это ее головной уборчик. И тут вот у нас есть вешалки. А я даже их и не заметила. Я так хочу, чтобы этот рожочек был виден. Поэтому перемещу его на первый план. А эти костюмчики можно повесить повыше. Но это еще не все, друзья. Зайдем сейчас в редактор персонажей. В разделе со звездочкой вы можете найти вот такие вот нарядные платья. А в аксессуарах есть и вовсе классные хвосты, крылья. Жалко, мы с вами находимся не в аватар-мейкере, потому что там есть прикольный костюмчик мумии. Ну, возьмем хотя бы вещички отсюда. Давайте достанем наших персонажей. Итак, платье медсестры есть. Прости меня, прости за эту юбку. Ну, взяла еще вот у этой девушки одежду. Нет, это какое-то безобразие. Я не понимаю, почему его нельзя повесить. Оно магнитится наверх. Придется тогда оставить все как есть. Я закончила обустраивать магазинчик в стиле Хэллоуин. Друзья, посмотрите, какой он классный получился. Так, я все порчу, надо себя тоже убрать. Вот, теперь идеально. Здесь вы можете купить классные хэллоуинские вещи, маски, одежду. И пишите, друзья, в комментариях, кем вы хотите нарядиться на Хэллоуин. Так, стоп, я не поняла, девочка, ты как сюда попала? Ты как сюда попала? Друзья, вы тоже это видите? Вы тоже это видите? Ее зажало вот здесь. Нетушки, выходи, мы пока что закрыты. Идите все в угол. Мы пока что закрыты. Но скоро я открываю свой магазинчик, и вы тоже в него заходите, друзья. Как раз таки в Avatar Maker я хотела вам показать еще парочку платьев. Здесь очень много новых комбинезонов, но они, конечно, не совсем новые. Многого нет в Avatar World, и я бы очень хотела, чтобы это туда перенесли. Посмотрите на эти потрясающие костюмы, особенно костюм Лам. Хвостики повторяются, аксессуары тоже некоторые повторяются. Мумия отлично подошла бы на Хэллоуин, и возможно их и добавят, вот эти вот костюмчики к обновлению. Было бы, кстати, здорово. Но вот костюм горничной точно есть в Avatar World, и медсестра у нас тоже добавлена. Почему бы не нарядиться зомби? Вы же можете выбрать совершенно любую кожу, даже синюю. Осталось только подобрать прическу. Мой хэллоуинский образ готов, друзья, посмотрите на это чудо. На этом я буду заканчивать видео. Всем большое спасибо за внимание. Я вас всех очень сильно люблю. Желаю мира, добра, позитива и много вкусной пиццы. Всем удачи. Всем пока.